Летом традиционно Анапа погружается в непролазные пробки на дорогах. Виной тому увеличение транспорта за счет прибывающих отдыхающих и за счет того, что сельские жители, устраиваясь на сезонную работу, в город приезжают на личном транспорте. Еще одна беда – парковка вдоль дорог. В итоге из трех полос из-за стихийной парковки для проезда остается всего лишь одна. Возникает вопрос, где оставить своего железного коня, чтобы не мешал другим спокойно проезжать. Конечно, на парковке. Мы умышленно поехали в час пик на одну из парковок, чтобы посмотреть, есть ли места и сколько стоит охраняемое место на платной стоянке. Свободных мест на парковке много, и цены демократичные – 20 рублей за час. Инвалидам и ветеранам войны 50% скидка, итого 10 рублей за час. Дешевле только даром. Может быть, не все гости курорта и анапчане знают о работе платных парковок или опасаются стоимости услуг, даже не попытавшись узнать, сколько стоит охрана транспорта. Опытные регулировщики помогают проехать по рядам до места стоянки. Есть специальные места для разгрузки товара. Но почему-то автолюбители, даже находясь в 50 метрах от парковки, норовят остановить машину под знаком, запрещающим стоянку или вовсе на пешеходном переходе. В этом случае скупой платит дважды. За перемещение транспорта на штрафстоянку предусмотрен тариф 2225 рублей. И каждый час на специализированной стоянке обойдется владельцу автомобиля в 25 рублей. Выгода соблюдения правил и уважительного отношения ко всем участникам дорожного движения очевидна.